Смертельное ДТП на трассе Оренбург-Самара. Столкнулись «Лада X-Ray» и «Большегруз». По словам очевидцев, машины слетели в кювет и несколько раз перевернулись. И фактически превратились в груду металла. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Мужчина, находившийся за рулем «Большегруза» с тяжелыми травмами, госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Загорелся гараж. Накануне в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в поселке Бёрды. Огонь повредил помещение, вещи и автомобиль. В течение полутора часов пожар был полностью ликвидирован. Возгорание случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет. Совершил наезд и скрылся. На Нижинском шоссе погиб пешеход. По предварительной информации, водитель ВАЗа находился за рулем в нетрезвом состоянии. Он сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Личность водителя уже установлена. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В Новотроицке 5-летний мальчик выпал из окна второго этажа. Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов. Ребенок с травмами госпитализирован в больницу, и сейчас мальчику ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное. По предварительным данным, малыш остался один дома. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Анастасия Кубатка, Вероника Щеплыгина. Новости дня.